Всем привет, с вами Ниломоп, мы играем в игру под названием Card Life, и сейчас я буду создавать персонажа. Ниломоп, мой персонаж, и тут можно, в принципе, вырезать что-то, да? Так, допустим, я хочу, чтобы он у меня тут вот так у него прическа шла. Сейчас мы тут рисуем себе уши, у меня будут эльфийские, вот такие у меня уши будут. Такие ушки. Так, это моя мордашка, которую я себе вырежаю. Вырежаю. Ухо второе мое! Вот такое будет тоже эльфийский. У меня будет эльф. Тут два рожка и тут таких два рожка. Все. Глаза. Какие у нас будут глаза? Эй, стоп, бэк. А как мне глаза теперь вырезать себе? Так, отстраняем. Глаза хочу. Я хочу глаза. Я не могу быть без глаз. Так, что теперь? Вот он мой персонаж. А где мои уши эльфийские? Так, лицо. Я выбираю лицо. Так, ножницы. Глаза. Можно нажать? Нет, не ножницы. Так, глаза. Что-то я глаза. А видишь, что происходит? Так, сейчас будем разбираться. Ножницами не получается вырезать. Я же не отрывал ничего. Так, это что такое? Назад. Так, разбираемся. Создать. Можно нажать создать. Минус, плюс, расширить. Сузить. Как-то нужно глаза ему сделать. А ну нажму создать, рискну. А, все, я себя создал, по-моему. Но я теперь как-то должен на себя посмотреть. А как? Не помню. Свалите дерево и соберите древесину. Так, дерево ближайшее. Короче, я что-то создал себе какого-то непонятного персонажа. Пойду хотя бы дерево сейчас собью. Иди сюда. Бом-бом-бом-бом-бом-бом. О, ковыряю дерево. Раз. Ковыряю. Два. Так. Еще ковыряю дерево. Почти сбил дерево. Почти. Готово. Дерево падает. Я пальму срубил, народ. Теперь, когда у меня есть какая-то древесина, у меня уже прогресс пошел капитально. Так, что там мне написано? Свалите дерево, соберите древесину. Награда. Нажимаем букву J, Chicks. Вот. Collect. Дерево. Первый основной ингредиент для создания снаряжения инструмента. Удерживайте левой кнопкой мышки, чтобы проделать отверстие в стволе дерева. Проделайте несколько отверстий вдоль всего дерева, и дерево падет. Но это я знаю. Нажимаем Collect. Получаем ресурс. Так, лесоруб уже собрано. Ткач. Ух ты. Так, пока что, подождите-ка, надо отсюда выйти. Теперь что? Ткач, соберите волокно с куста льна. Ну, тут где-то у нас было кусто. Кусто. Идем к кусту. Кусто. Привет, кусто. Пробуем накопать с него льна. Это, о! Так, нажимаем снова букву J. Вот, волокно используется для того, чтобы связывать предметы друг с дружкой. Одно требуется для многих рецептов. Оно. Волокно можно собирать с синих кустов льна. Удерживайте левой кнопкой мыши, чтобы срезать куст. Соберите волокно с куста льна. Так, поняли? Я только что создал, то есть, вернее, сорвал, вот еще сорвал. Теперь нужно назвать коллект. Чикс, и у нас появляются новые задания. Вот так постепенно будем с вами продвигаться. Так, что теперь? Подходящий инструмент сделайте деревянный топор и открыть инвентарь. Памц. Топор мне сказали сделать. Вот такой. Подходящий. Значит, мне не хватает ресурса. Пальмовая древесина. Иди сюда. Так, бьем. Раз. Он как будто бы какой-то крот копает по этому дереву. Когтями. Эй, смотри, я могу даже внутрь посмотреть. Так, можно тут добить это дело. Давай, фармим древесину руками, когтями дерево срубил. Падает, только не на голову. Так, где моя древесина? Так, собрано. О, тут еще вот древесинка моя, чик. Теперь, по идее, могу топор создать. Вот он, деревянный топор, крафт. Чикс. О, тут нужно еще вырезать топор, видите? Я нам так что-то навырезал уже в прошлый раз себе голову и персонажа, как-то не очень. Без глаз, походу, у меня персонаж. Ну, ладно. Значит, это мой топор, который мы имеем стандартный. Но мы можем сделать его вот таким каким-то острым. Я вылезу при... Вот такой топор у меня. А тут такая ровная штука. А тут такой будет у меня ежик, чтобы я мог им, короче, и драться. Опа. Вот теперь у меня такой топор. Красивый? Красивый. Давайте создадим. А палку можно тоже вырезать. Рукоятку.
Что тут у меня будет? Тут у меня вот такой будет, тут вот такой, тут такая бульбашка будет. Бульбашка. Так. А тут резкий такой будет, острый, как нож. Все. То есть, если что, вдруг это отламываем, будем как ножом драться. Создаем. Так, есть у меня топорище. Так, есть у меня топор на шестерку. Чикс. Теперь, по идее, я могу... А, у меня награда есть еще, вон. Ткач есть. Вот, вот. С помощью инструментов собирать ресурсы быстрее, чем руками. Деревянные и каменные инструменты можно создать в инвентуре. Коллект. Собрал. Что там? Пора подкрепиться. Съешьте весеннюю ягоду, чтобы получить... Голод. Может быть, вы имели в виду, чтобы утолить голод? Весеннюю ягоду. Идем поищем. Съесть ягоду весеннюю. Только это что такое? Это похоже на хлопок. Топором. Несовместим. Пятеркой. Похож на хлопок. Что-то сорвал. А нет. Какие-то отходы растительные и звездная ягода. А это я могу тоже скосить? Так... Собрано волокно. Вот этих кустов белых можно, короче, какую-то... Съешьте весеннюю ягоду, чтобы утолить голод. О, звездная ягода. Но это же не весенняя ягода, наверное. Так, давайте смотреть, что у нас в инвентаре есть хорошего. Так, а где мои вещи? А, оно внизу все появляется. Вот мне кит. Вот, допустим, на семерку нажимай. Оп. У вас полон живот, и больше вы съесть не можете. Так, картонные войны. Сделайте деревянный меч. Ну, давайте пока что тогда меч крафтим. Где у нас тут меч? Деревянный. Где меч? Вот он, деревянный меч. Чтобы его сделать, нам нужно больше волокна и дубовая древесина. Где тут дуб? Вот это, что ли? Это похоже на дуб. Похоже. Так, пятерка. Сначала тут скошу. Чик-чирик-чик-чик. О, ой, привет. Ты кто такой? Краб, краб. Тихо-тихо-тихо, пока что нам с тобой связываться не стоит. Давай будем дуб добывать. Бумц-бумц-бумц-бумц-бумц. Боюсь, что я здесь быстро это дело не смогу добыть. Но ничего. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Идем-идем потихоньку. Ломаем, сейчас вот набьем себе дуба. Или дуба. О, там ягоды вон какие-то красные еще есть. Сейчас мы к ним доберемся. Вижу, там какие-то есть красные ягоды. Так, еще чуть-чуть. О, тут даже вон картонные облака. Лентика сверху. Картонные облака, самые натуральные. Так. Тут немножко еще. Упадет сейчас на голову кому-то. Только бы не мне. Опа, так, полно. Красная древесина. А где еще? Это все. А где им? Там краб внизу бегает. Красная древесина. А где же мне тогда найти дуб? Деревянный меч. Но я тут ягоды еще одни заприметил. Во-первых, еще вот эту штуку я заметил. Так, вот это я еще заметил. Вот эти, наверное, ягоды, которые мне нужно было по квесту собрать. Вот это, наверное, оно. А ну-ка попробуем. Весенние ягоды. Что там? О, растительная... Весенняя ягода. Я был прав, это оно. Так. Сейчас мы с вами заодно попробуем на шестерку это дерево срубить. Дуб. Для меча моего. Где мой голод, кстати? А, вот моя сытость. Видите справа? Там, где курица нарисована. Это мой голод, скорее всего. Так. Так, падай. Бабам. Бабам. Так, вишневая... Древесина, замечательно. Где же мой дуб? Вот это, наверное, дуб. Это больше всего на дуб похоже. Сейчас мы тебя добудем тоже. Так. Копаем. Вернее, бьем топором своим мощнейшим. Деревянный. Ой, говорю, деревянный. Картонный топор бьет картонное дерево. Вы такого еще не видывали в природе. Так, сейчас оно бахнет, страшно, по идее. Так, древесина. Вот она. Дубовая древесина, что и нам нужно было. Значит, у нас вот есть ягоды. На какую? На ноль. Весенняя ягода. Задание пора подкрепиться выполнено. Я просто нажал на ноль, и он сразу же ее съел. Вы поняли? Так, и что, мы подкрепиться выполнили? Можно теперь забрать, и ты получишь награду броню. Фиолетовые кустов можно собрать весенние ягоды. Их можно есть прямо с панели быстрого доступа, нажимая соответствующую клавишу. Коллект нажал. Мы должны были сделать себе меч. Вот, допустим, броня.
И которую я могу теперь на себя по идее напялить. Во, получается. И меч у меня тоже вот уже есть. Все есть для того, чтобы его сделать. Давайте его скрафтим. О, мы сейчас будем рисовать меч. Неломопа. Великий меч неломопа. Я хочу какой-то классный, чтобы был. Не, ну ручка, в принципе, стандарт. А можно сделать вот такую. Так, так. Вот такое. Такая хитрая. И здесь тоже такие, типа, чу-чу. Так, видите, какую я тут нарисовываю ручку классную. Шаг нарисую. Опа! О, какая у меня классная ручка, а? А? Могу же, могу. А как мне теперь переместиться? А, вот на кортик. А кортик как будет у меня? О, я хочу, чтобы он был ребристый такой, да? Вот такие вот, типа... Вот такие вот, типа... Такой меч, жесткий, как елка. Ой, ты что-то, наверное, намудрил. Ну ладно. Вот такой у меня будет меч. О-о-о-о! Какой-то огненный такой, как какой-то гребень у петуха. Так, меч есть. Куда нам его только теперь запихнуть? У меня места тут не хватает. Но нужно, наверное, как-то вот так. Факел. Смола. Вот это вот тоже, наверное, лишнее. Нужно поперемещать грамотно. Чтобы все было красиво. Так, ягоды. Это еда. Это будем поглощать. Допустим, нажимаем на семерку. О, и подъел ягод немного. Все, можем действовать дальше. А, награда у нас получилась за то, что мы сделали, короче, себе меч. Нам дали, вон, существ падает ресурсы для изготовления предметов и колдовства. Оружие, доспехи увеличивает шансы в сражениях с существами. Сделайте деревянный меч. Выполнено, и мне дали вот шлем. Прошу любить и жаловать. Вот мой шлем. Деваем себе его на бошку. Как его... А, мы крафтить можем. А почему... А, вот он. Все, вижу. Я думал, чего тут нету с меня. Теперь я в шлеме еще. У меня теперь есть защита какая-никакая. Так, сытый обед. Победите существо и съешьте его сырое мясо. Я тут видел одну жертву. Давайте попробуем вытянуть его на свет. Может быть, даже его попробуем... Тут где-то было существо, похожее на краба. Вот оно. Давайте выманим по... О, тут я даже не один краб. Вот, сюда на полянку, на солнце. Краб, будешь со мной сражаться? Эй. О, уходим, краб. О, бежит. Мистер Краб. Топ-т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 оп. Картонный краб меня преследует. Давай, один на один. Какие-то штуки валяются. Краб, где он? Он от меня, кажется, отстал. Краб. Ты чего? Иди сюда, краб. Смотри, лапками своими машут. Ты что, не хочешь моим мечом получить по хребту? На. О, картонный краб сейчас меня накажет. Пошел вон. И не накажет. Все. Клешня краба и сырое мясо. И съешьте его сырое мясо. Нажимаем на ноль. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Съел сырое мясо. И получаю бонусы. Так, лук мне дали. Победите существо, чтобы получить мясо, затем съешьте это мясо. Победив некоторых существ, можно получить сырое мясо, которое хорошо утоляет голод. Лук мне дали. Слуг. А стрелы? Кто мне даст стрелы теперь? Соберите руками землю. Так, нажимаем букву F. Земля собрана. Видите, как я хорошо играю? Я уже когда-то играл просто в эту игру. Теперь я могу сделать лопату себе. Траву и землю можно рыть руками. Левая кнопка мыши копать глубоко. Правая кнопка мыши копать не глубоко. Так, копать не глубоко. Левая копать глубоко. Ну, вроде все понятно. Дали мне лопату. Спасибо вам за лопату. Так, теперь давайте эту лопату куда-нибудь себе переместим. А что мне с клешней делать? Клешня краба, которая может использоваться в колдовстве. О, ты что, и колдовать можно будет? Ох, серьезная заявочка. Серьезная. Ой, у нас, кажется, вечер наступает. Нет, не нравится. Так, что там? Установите деревянную основу для начала строительства. Не, ну слушайте, я всегда мечтал о том, чтобы у меня был свой такой собственный дом на берегу океана. И, кажется, моя мечта хотя бы в компьютерной игре сейчас осуществится. Деревья какие красивые. Гляньте-ка, идеально, да? Тут у меня будет домик. На берегу. Вдали от чужестранцев, вдали от опасности. Вот здесь я и буду. Тут будет мой дом. И если что, я смогу себе что-нибудь тут рыбу половить. Так, собрано 10 волокна. Вот где-то здесь хочу себе дом. Вот здесь у меня будет платформа для моего дома. Давайте теперь смотреть в инфо.
Как нам строить платформу? Давайте искать. Установите деревянную основу для начала строительства. То есть нам нужен какой-то фундамент. Правильно я говорю? Деревянная квадратная основа. Это, кажись, оно. Деревянная. У меня хватает уже даже ресурсов для этого дела. Давайте нажмем на крафт. Так. Вот она. Мы должны что-то вырисовывать здесь. Мы можем как-то ее подпортить немного. Мне кажется, что оптимально будет такую, какой она есть, такую и сделать. Потому что что-то особенное тут вырисовывать... Ну зачем? Это же основа, это же такое дело. Так, ставим ее сюда на 0. Выходим. И что же теперь? Нам нужно как-то выбрать для нее специальное... Как бы место сделать для нее, правильно я понимаю? О, это слишком глубоко. И что, я испортил? А тогда левой копаю. А он не копает, и присаживаться не могу. А что он левой не копает? Я же так сразу глубоко... А левой мне не... А может мышкой? Да я... Он не копает? Он слишком глубоко сразу копает. Мне это не подходит. Ладно, деревянная основа. Была не была. Ставим. Как ее поставить? Вот тут? Можно? Повыше, пониже? Не знаю. О! Поставил. Так, задание «Дом, любимый дом» установлено. Так, «Дом, любимый дом» установите деревянную основу. Для начала все выполнил, да? Теперь я могу забрать... Вот. В зданиях можно хранить ресурсы и заниматься изготовлением предметов, не подвергаясь опасности. Левая кнопка мышки «Разместить используемый строительный блок». Правая кнопка мыши «Повернуть его». Так, еще раз. Левая кнопка мышки «Разместить используемый строительный блок». Правая кнопка мышки «Повернуть его». Установите деревянную основу для начала строительства. Коллект. Коллект. У меня есть какие-то 4 стенки, мне дают. Так, разместите деревянную дверь. Начинается. Проблемы начинаются. Так, а что мне дали? Песок, куча песка. Это что такое? Деревянная стена. А мне сказали сделать дверь. А дверь мне не дали. Добудьте камень с помощью кирки. Сделайте каменный доспех. Ой, слушайте, давайте сначала с дверями попробуем закончить. Это что такое? Деревянная дверь, пожалуйста. Крафтим. Крафтим. Ставим сюда, допустим. Сейчас будем дверь ставить с вами. Смотрите-ка. Вот, допустим, моя дверь. Это мой дом. Ходим пока что и маленький. Ну вот, уже есть. Как ее открывать? О, на букву И. Видите, как классно. Кто в доме живет? Кто в тюремке живет? Вот тут я живу. Кто? Я живу тут. Надо только стенку еще поставить. Как-то тут мудро. Оп! Закройте. О, все, это скорее всего не дом, это куда туалет больше. На туалет. А крышу можно сделать? Не, ну можно еще выше, потом видите, второй этаж как-то можно намудрить. Ой, тут, наверное, возможностей полно, наверное, полно. Так, смотрим, что у нас тут дали за это дело. Архитектор, задание выполнено. Деревянную дверь я поставил. Строительные блоки можно соединять друг с другом с помощью синих кружков на размещенном элементе. Чтобы удалить присоединение элемента, нажмите кнопку Dwell. Ресурсы не возвращаются. Ага, потраченные ресурсы. Это деревянную дверь и забираем крышу походу. Архитектор на работу. Добудьте камень с помощью кирки. Ну, начинается. Я только думал, сейчас расслаблюсь, а тут уже на тебе, надо уже на камень добывать. Что-то пыщит тут еще. Добудьте камень с помощью кирки. Ищем камень. Вот это похоже на камень. Это вот такое, да? Похоже на камень. Ну-ка, сейчас проверим. И что? Камень добыл! Ура! Получите награду. Сейчас еще кусочек добуду. Так. Архитектор на работу... Из камня можно делать снаряжение и инструменты лучшего качества. Камень можно добыть только с помощью кирки или дуба. Бура. Камень с помощью... Я себе, короче, заколлектил шлем, кажется, новый. Защитник. Новое задание. Что теперь нужно? Доспехи снижают урон и дают шанс полностью отразить атаку. Чтобы побеждать сильных существ, вам понадобятся более мощные доспехи и оружие. Сделайте каменный доспех. Каменный доспех оруженосца. Получим меч. Каменный доспех оруженосца. Ну, давайте заценим. Значит, мне дали шлем. Но у меня же есть какой-то шлем. Мне нужно уже сразу на этот менять. Я хотел бы этот до конца раскоцать, да? Прочность у него вон большая. Я пока этот не буду использовать. Пускай он лежит. А мне нужно сделать каменный доспех оруженосца. О, это оно. Мне нужно 32 камня, чтобы и получилось его создать. Поэтому давайте работать. А то у нас времени не очень-то и много.
Так, камни собираем, вот так вот добываем, киркой бьем вовсю. И мне бы кирку бы на самом деле каменную сделать было бы, наверное, неплохо, чтобы я быстрее этим делом всем справлялся. Камня 19 штук уже собрал. О, так далеко пойдешь. Скоро в шахту полезу. Так, бьем. И здесь бьем. Везде бьем. Так. Сколько у меня камня, кстати, накопилось уже? 33, а там сколько нужно было? А, вот оно. Все, уже есть. Можем крафтить, походу. А чё не получается? А что я не могу сделать? У меня место есть. Почему не разрешают? А, все, надо было класснуть еще раз, видимо. Так, нажимаем крафт, нажимаем. Чик-чик-чик. О, тут сейчас меня тут на час, вот тут сейчас я навырезаю. Значит, это нижняя часть у нас. То есть, труселя какие у нас будут, да? Значит, мы можем тут за пределы выходить. Можем. Значит, трусы у меня будут какие? Надо подумать. Значит, у меня обязательно должна быть тут дырочка. Нет, назад. Как делать дырку? Рисовать фигуру. Рисую. Вот мои панталоны. Панталоны мои. А я хочу вырезать тут дырочку. Для чего? Чтобы писать мог. Зачем? Мне нужно как-то в туалет ходить, правильно? Так, вот это что такое? Это боковушка. Они сразу две будут меняться одинаково? Ну, дырка, чтобы я писать мог. Все логично. А это? Надо подумать. Что же это такое? Надо тут нарисовать что-то. Давайте букву какую-то выцарапаем. То есть так. Можно более острые углы. Люблю острые углы. Вот так. Ой, что-то криво как-то получилось. Да ладно, сойдет. Значит, и теперь ножницами тут букву какую-то вырежем, а? Надо подумать, если могу натупить. А, что-то я не то вырезал, ребят. О! Вот это я хорош. Буква N получилась. Ну, какая-то кривоватая, но пойдет. Что это у нас такое? Это мой буква... Тут я писаю, значит. Поняли, да? Тут буква N, не ломоп. А это у нас что? Наплечники? Ой, назад. Наплечники. Ну, они типа такие огненные. А я хочу, чтобы они были вот такие у меня. И тут вырежу себе сердечко. Все, сердечко готово. А с другой стороны? А, с другой стороны тоже появилось. Ну, отлично, идем дальше. А это мы что себе вырежать должны вырежать? Да вот тут какие-то, видите, непонятные штуки. Это не наш способ. Я говорю, у нас будут ровные углы. Ну, как ровные? Ну, вы поняли. Что-то я намудрил. А тут что? Что здесь вырезать? Письку нарисовал. Пойдет. Вот так мне. Это цветой, это бокал. Бокал с вином. Создаем. Так, броня. Ну, я ее тоже не буду пока ставить. Деревянная ведь пойдет? Так, пойдет. Пока что пускай будет. Будем деревянную выюзывать. А теперь зайдем вот сюда и заберем свою награду. Защитник. Вот меч. Так, охотник. Следующая задача наша. Вот. С побежденных волков и медведей дают шкуры. Настойки для кож. Из шкур можно выделывать кожи. Они также используются для создания кровати. Победите волка и добудьте его шкуру. А где же мне этого волку, эту волчару найти? И добудьте его шкуру. Волка теперь мне нужно искать. Волк, выходи, подлый трус. Ну, давайте поищем. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Кажется, солнце поднимается. Это хорошо. Волки. А я проголодался сильно. Давай, ну, на семерку еще нужно. Мне ягод много. А мы когда волка завалим, наверняка... Это волк? Нет. Я не вижу ни одного волка, к сожалению. А я смогу потом как-то карту открывать? О, смогу, вот я. О, тут даже написано, где какие животные обитают, да? А где же тут ближайший волк? Вот это волки, наверное. Тут крабы, тут какие-то летающие существа.
Вот, а вот волк. Хорошо, что здесь карта есть какая-то хотя бы. Вы запомнили, где мой домик? Это вот тут. На краю земли. На краю земли. Я иду искать волка. Так, тут кто-то был, кажется. Мне пок... А, это краб. Ну, я могу краба завалить одного. Краб, давай с тобой посражаемся. Иди сюда. Но. Но. Краб, сдохни! Все, немного с него мяса забрали. Плюс одну клешню. Волков так я и не вижу. Волки! Выходите! О, вижу, кажется, волка. Наконец-то я его нашел. Вот они, два волка. Кажись... О, вот еще один волк. Наконец-то их нашел, ребята. Я вас так долго искал. Ради вас... Ой, агрессивный. Рычит на меня. Кыш. Вернее, не кыш, ты мне нужен. Мне нужна твоя шкура, волк. 700 хп у волка. Ничего себе. Он сейчас меня загрызет, походу. Сейчас мне будет жопа. Они сейчас меня загрызут, ребята. У меня нету дома, у меня нет кровати, у меня ничего нет в этой жизни. Волки, плиз, не трогайте меня. Так, нажимаем что? Нажимаем семерку. О, хпшку восстановил. Бежит? Бежит. Уходим, уходим, уходим. Мне нужно, знаете, что сделать? Мне нужно меч на вооружение взять более мощный. Где он? Отстал, кажется, от меня. Вы поняли, какие эти волки сильные? Я не могу их одолеть. Потому что у меня слишком слабая амуниция. Одеваю себе шлем, короче, более модный. Одеваю себе броню более модную. Все, ребята, сейчас будем драться не на жизнь, а на смерть. Так, кристаллами нас пока вообще не интересует. Вот он, волк. Ты тут что-то? Иди сюда. Где ты там? Не вижу. Иди сюда. Деремся с тобой. Деремся, давай, давай, деремся. Дамажу, 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 дамажу. Стараюсь, стараюсь. Ради вас всех. Ради подписчиков. На, за подписчиков, на. Собрано. Вот, наконец-то я его замолил, этого волка. И теперь нажимаю на кнопку. И вижу, что мне дают вот такую штукенцию. Было бы здорово ее отнести туда, где мы начинали свою игру. Но туда очень далеко идти. Нам придется здесь снова себе лагерь разбить. И здесь мы ее, короче, установим. Но это уже будет потом, в следующей серии. С вами был Ниломоб. Мы играли в игру под названием Card Life. Я пробую сохраниться и надеюсь, что игра реально сохранится. Всем пока-пока.